Всем добрый день. Мы едем на 18-м трамвае. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? 1 июля. Сегодня 1 июля. Четверг. Четверг. И сейчас мы едем на... по фонтану. 18-й трамвай идет от станции Куликово поле. Следующая станция будет первая фонтана. На фонтан ходят два трамвая, 17-й и 18-й. 17-й идет до 11-й станции, а 18-й идет до 18-й станции, ой, до 16-й станции Большого фонтана. Людей много, разговаривают, поэтому, может быть, немножко будет шумновато, поэтому мы не всегда сможем говорить. Что долго стоим, да? Это будет очень тяжело. Переезжаем улицу Берковскую. А едем мы по улице Канатная сейчас. Революции с той самой остановки, где мы начали ехать, ходила конка, а потом ходили паровички, так называли такие паровозики. И это была первая станция фонтана. Ну а улица до сих пор Канатная. Еще Дима там.
Солнца сегодня нет, немножко прохладнее стало, но все равно душно, особенно в транспорте. Очень жарко, особенно когда людей много. Но сегодня полегче, чем вчера и позавчера. А что опять сейчас шустрее? Здесь заканчивается канатная, начинается Сигетская. Да, вот мы въезжаем на улицу Сигетская. Сигетская направо. Что? Канатная налево. Канатная налево, да. Девочки направо, мальчики налево. Зачем тебе в отпуск? Отдохнул, наконец-то поеду домой. Не знаю, посмотрим, что там. Сталинские дома. Там был кинотеатр, сейчас церковь поставили. Разве не кафе там было? Там кафе было, Игорь, какой кинотеатр? Гагарина, 16. Сегодня Хабаровска. Он бювет направо, да, по-моему? Или что это? Не знаю. Мы очень давно не были на фонтане, поэтому многое для нас тоже будет новое. Да, бювет, направо это бювет, да. Поворачиваем на улицу Средняя Фонтанская. Ой! Потому что лето вчера утром сошел и писал заявление дальше. И да, он сам не хотел. Ух! Меня заносит, мама! Что там у вас? Ну он хоть едет в городе, еле тащится. Да. Остановка, третья станция Большого Фонтана. А какая она осталась? Так и сказала. Да? На украинской мове. Мне послышалось, как это водостанция. Нет. Там одесское телевидение справа, а
слева бывшая артиллеристов училище военное. Так это четвертая фонтана. Сейчас будет четвертая фонтана ипподром. Улица Пионерская. Бывшая Пионерская. Академия слева сейчас, да, военная академия. Академия. Да. Маршируют ребята. А справа церковь Татьяны, да, по-моему? Да. И юридическая академия Кивалова. Когда-то слева был военный магазин, но сейчас его нет там, естественно. Совсем другой магазин и другие дома. Ну, школа осталась справа.
административное здание, школа. Здесь такие базарчики маленькие. Шестая станция Фонтана. Не, это не шестая. Шестая. Вот когда-то здесь был разворот. Вот. А, вот он и есть, да. Точно, точно. Угу. Внутри улицы Педагогическая, направо, да? Да. Деревья, конечно, все загораживают. Каташевского. Улица Таташевского, Базарчики везде на перекрестках такие маленькие. А на седьмой Фонтана всегда был базарчик налево. Ну такой обычно он дороже был, чем в городе. Не знаю, сейчас есть он, не есть. Наверное, должен быть, да? Как же с базарчиком? Станция. Да, здесь уже седьмая станция Фонтана. Седьмая Фонтана. Здесь уже пошли конкретные изменения. В этом доме жили наши родственники. Да. Направо в доме жили наши родственники, а налево у них была дача. Налево были дачи, сейчас не знаю, что там. Сейчас посмотрим, увидим. Улица Посудитна. Слева, по-моему, Дмитрия Донского. Базарчик не видно, кафе какое-то. Да, не видно, базарчик кафе стоит, кафе. Вот, кафе и парк. Ага, может быть, ну он дальше был, чуть глубже, но отсюда было видно всегда, да? Да. Да, не видно. Ну, это высотка, да, это девятиэтажка была еще в советское время, первая. Станция Большого Фонтана.
это еще смотри, остановка советских времен. Сталинских, скажем. Да, да, да. И там уже какая-то база. Вот этого всего мы уже не видели. Ну, потому что мы здесь давно не были, только в молодости. Это было очень давно. В детстве, в молодости. Пионерские лагеря были. Начиная с 12-й станции, да, лагеря пионерские, которые были раньше, с 12-й, наверное, да? Да, 11-й. Да, 11-й, 12-й, многих уже нет. Меня всегда отправляли в лагерь на 16-й Фонтана. Я был на 12-й. А ты на 12-й, да? А заводы радиали все время станков. Сейчас да. Уже этот лагерь обвалился. Он на обрыве, да, да. Но там вроде бы как стоп частный построили, они... О, посмотрите. Да. Они сделали другой лагерь внутри на 13-й. Да. Девятая станция. Девятая станция Фонтан. Да, все очень сильно изменилось. Вообще ничего не узнать. Да? В другом городе, в другом мире. Ну сколько, мы точно лет 20 здесь не были, в этом районе. Наверное, больше, потому что... Даже больше, да. Я вспоминаю, я работал когда-то с соседом. Это было 30 лет назад. Родилась Анна Ахматова. Кто не знает. Здесь и улица посвящена. Да, есть и улица есть Анны Ахматовой. Дом, где она родилась, во время войны разбомбила, и там построили пятиэтажку. Анны Ахматовой первый был Гумилев, и они, кстати, он делал ей предложение не на Фонтане, а на Люсдорфе. Черноморской. Да, по Черноморской. Там делал ей предложение. Раз пять он ей делал, она ему отказывала, когда приезжала в Одессу. Ну, на пятый раз она уже согласилась и вышла за него замуж. И у нее начались очень большие неприятности после этого. Потому что Гумилева арестовали, ну и так далее. Где что старые дачки, домики еще есть, еще сохранились. Пожалуйста, станция. Да, 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 да. Вот 17-й трамвай здесь доходит до круга.
возвращается обратно. Я уже говорила, что ходит 17-й трамвай до 11-й станции, а 18-й до 16-й фонтан. Что такое? Что там такое? Что это за билет? Конка, а потом паровозик. Да. С самого начала была станция, да, да. Так и осталось. Так и осталось, да. У людей солнечные батареи стоят, видел? Слева. Накрытые, да. Накрытые. Дальше. Кстати, это улица Карша. А налево переулок Ровный. А, это уже Гаршина, да. Да, Мариночка, да.
сказать, белые здания большие. Да. Вон там. Вышли с трамвая, смотрите, здесь вот такая высотка. Ой, где здесь? А, не досняли немножко. Ой, господи. Мы же выгнали с трамвая. Надо было не выключать, это я тебя послушала. Вот, остановка. Вот там, где люди стоят, остановка. Или через дорогу? Нет. А что ж ты пошел на дорогу? Посмотри, вот так вот объезжает. А что здесь налево? Дай уже посмотреть, что здесь налево. Санаторий какой-то. Ну хорошо, я должна снять или как? Или как? Мама дорогая, где моя 16-я фонтана? Я ничего здесь не поняла. Туда вниз спускались и налево на море. Ну сейчас тоже так. Ну и там были частные дома. И получается их нет, а вон тоже все что-то строится. Все застроено. А направо, если пойти... Там был мой пионерский лагерь.